Земля от света повернет во тьму. Вот. Это совсем другое. Вот. Что такое невидимый мир? Смотрите. Я сейчас вот эту покажу про поводыря. Вот видите? Вот это вот знаменитая картина. Это когда полуслепой, наверное, или как? Может, немножко видел. Ведет за собой чисто слепых. Такое в средние века было. Не было тогда никаких для престарелых домов. Вот так они жили, побирались. Вот. И посмотрите, как это все тот же мотив. Видите? Знаменитейшая картина. Она, видите, это падает в яму с обрыва. Вот так вот. Это навеяло все. Вот это самое. Гениальная картина. Гениальнейшая. Понимаете? Гениальнейшая. Вот так вот нас это. И потом ниже вы пока просто посмотрели. А потом ниже вы поймете, к чему нас ведут. Итак. Материализация невидимого мира. Это моя любимая тема. Вот. Смотрите. Я ее бы не вспомнил. Мне сама небо подкидывает какие-то. Смотрю, просто телевизор. Там просто картинка какая-то там, совершенно не имеет отношения ни к этому теме, ни к чему. Женщина подходит к пруду замерзшему, садится. А вот точно такая же картина, это не она, а это было в кине. Вот, точно такая же картина. И она, мне вот это вот слово зацепило. Цветы, настоящие цветы. Это же цветы, а это же конденсат замерзший. Это цветы. И вот это, думаю, господи, ведь я когда-то сделал мировое открытие. Вот оно, смотрите. Знаменитейшая картина. Сейчас поймете, там будет продолжение этого. Это же не просто так, что вот, сказал, что-то ляпнул. Смотрите. Вот это мой сайт. Вот это новости сайта. Вот здесь есть продолжение. Записки зачарованного сибирского садовода. Есть книга «Записки зачарованного садовода», да? Вот. И я вот здесь вот выбрал то, с чего, понимаете, не было у Дарвина вот такого. Ну, не было. Он бы догадался, он гений. Еще бы кто-то догадался. Может быть, догадался бы Опарин, который это нас не звел до грязной лужи. Вот. Видите? Еще нет листьев, но они будут. А это просто вот эти конденсаты, я извините, что он просто выдает истинное строение. Вы уже поняли. Это силовая конструкция. Вот. Просто конденсат выдает ее. Это как вот сказать-то? Знаете, как слепых есть такой метод, там вдавлены буквы, да, он же читать не может, он текста этого шрифта не видит, красок не видит, а он раз вот так проводит. А там как это? Просто вдавленные буквы в виде вдавленных этих. А он уже эти читать может. И вот эта вот природа, ну, может, пример не совсем уж удачный. Вот, видите? Это папоротники, это грибы, будущие грибы. Вот. Вот сказать, что это случайно, вот случайно, вот взяло, нарисовалось. Вероятность нуль. И ноль целых, и ноль десятых. Вот, что это все случайно. И вот тогда здесь, вот видите, вот тогда именно здесь я сделал с помощью Латинкова величайшее открытие мировое. Оно превосходит Дарвина тем, что оно его отменяет, то есть получается. Вот вы скажете, ну уже когда-то рассказывал, а я хочу добавить вот к тому. Вот когда она сказала, что цветы, она увидела в них, я же говорю именно это, прям такая же картинка. Она увидела, что это цветы, их образ. Вот, просто конденсатом было заполнено биополе цвета. Вот. Я тут же раз ну, набрал вот так же, там как, что я набрал? Ледяные скульптуры, ледяные фотографии, что-то ледяное. И вот высветилось. Посмотрите, это случайно форма листа? Вот эта фотография особенно меня потрясла. Да, не видел Дарвин, но сегодня, в 21 веке, а, я уж не обращаюсь к ученым, бесполезно. Я обращаюсь к богоискателям, богословам. Посмотрите вот на это, вот на это, вот. Вы еще не поняли?
А посмотрите сюда. Это от природа нам открывает свои тайны. Вот кто-то взял, сфотографировал. Красиво и красиво. Скажите, это вам ничего не напоминает? Придите внимательно. А теперь представим себе, придет весна, все растает. Появятся зеленые, они же. Еще не поняли. Структурированное биополе. Я уже в отчаянии. Что, в одни бездари, что ли? Ну, 21 век-то, ну, возьмите фотоаппарат, пройдитесь по лесу. Пройдитесь по речке, по озерам. Увидите вот это вот, вот это вот, вот это вот. Или это уже не листья, или я с ума сошел. Вот это вот. Я просто, знаете как, хочу привлечь внимание. Да, я горжусь тем, что я сделал мировое открытие. Слипание материальных частиц, молекул, вспоминаем биологию, породила жизнь? Знак вопроса. Эй, академики, ну сколько можно повторять людям, особенно школьникам, что мы якобы вылезли из грязных луж? Смотрим. Вот это, ребята, знакомьтесь, вы уже забыли про своих предков? Пра-пра-пра-пра-дедушка. Привет, дедушка. Вот это самое. Ну, нет, он же мне не дедушка, я что-то заговорился. Трёродный, четвёродный наш брат, брат. Он же, это наш современник. Брат, брат, брат. Вот он. Ну, только мы немножко подросли, вот, чуть-чуть там это, поумнели, а ты так и остался. А знаете, я, меня всегда это поражает, я ищу в этом смысл. А ведь есть, относительно мы от них произошли, да? Ну, это тот, кто живет на границе воздух-вода, да? Ну, в грязи купается. Вот, посмотрите. Он уже тогда на небо заглядывался. Можно я немножко как это называется? Попоёрничаю. Он на небо заглядывался. Вот луна, надо, смотрите. Может, это солнце через туман видно. Может, луна. Он же уже смотрит, он уже название дает звездам, а? Ну я что, слепой? Это же не я фотографию делаю, с интернета. Вот. А теперь еще один наш этот самый. Уже родной брат, ну, двоюродный. Смотрите внимательно. Посмотрели. Это символ современного человека. Это символ тех, кто церкви взрывал, кто священников расстреливал. Знаете почему? Самое ненавистное слово из Библии. Знаете какое? Не убей. Понимаете? Не дает вера убивать. Не дает. Значит, надо, чтобы веры не было. Поняли? А теперь перевожу на нормальный язык теорию Дарвина и его дарвиниста, нашего академика Опарина. Спасибо, друзья, удружили. Мы родились и выползли из грязных луж путем случайного слипания молекул. И вот на вечном огне, вспоминайте неделю назад, нет, месяц назад, дети жарят шашлыки. А неделю назад девочки закидали вечный огонь, погасили его снежками. Им было так интересно, погасит или нет. Теперь мое обращение. Извините, друзья, у меня не будет другого случая, потому что это не шутки. Я вас познакомил с уникальной вещью, которая не может быть в понимании в мозгах тех, кого вот так воспитали. Понимаете? Обращение Железова. Изучите биополя живых объектов. Это так просто. Вот вам подсказка. Наука сегодня слепцы. Церковь. Наймите за деньги молодых ученых, поставьте задачу, и они докажут, что вначале был дух, невидимый мир биополей, а затем молекулы в субнаборе встраивали силовые каркасы, нами невидимые, и создавали живые существа. Без этого духа, без биополя никакая жизнь не может быть. Биополе – это и есть жизнь. Да, нам это невидимо, нам это на этом этапе не понять, но надо понять, потому что в школу дети должны прийти, и с этого должен начаться первый класс. А потом уже посерьезнее, там биология и прочее. Дальше. Это и есть божественное начало и мое мировое открытие. Потом уже новые богоборцы –
богоискатели и богословы, придите в школы и вузы победителями. Чтобы вот этого не было, чтобы вот этого не было, этой грязи. Победителями. И мир станет чище. Нам без этого уже не прожить, понимаете?